Это программа «Новости Сургут-24». Вас приветствует Александр Маковей. О главных событиях дня в ближайшие полчаса. Некоторые темы этого выпуска. От локации до эстетики. Глава Сургута Андрей Филатов сообщил, что власти пересмотрят рекламное пространство в городе. Уже идут переговоры с бизнесом. Обещали заасфальтировать в этом году, но работы еще не начались. Отремонтируют ли внутриквартальный проезд к СУР-ГПУ на 50 лет в ЛКСМ в 2021-м, выясняли в ОНФ. И чистыми играми отметили в Сургуте День молодежи, где убирались активисты и куда отправился собранный мусор. В Югру поступила вакцина от коронавируса. 19 800 доз «Спутника Ви» прибыли на региональный аптечный склад. Он находится в Белом Яру накануне. Об этом написал в своем аккаунте в Инстаграм директор департамента.